Добрый день! В этом видео рассмотрим, как поменять язык интерфейса в программе QGIS 3.12. После установки, если у вас русскоязычный контент, для того, чтобы поменять на английский или другой язык, вы заходите в вкладку «Установки», выбираем «Параметры». В этом окошке вкладки «Общие» выбираете язык. В данном случае английский. Выбрали английский. Для того, чтобы изменения вступили в силу, нам нужно будет перезагрузить программу. Выбрали язык, нажимаем «Ок». Закрываем программу. Открываем заново. Как вы видите, язык интерфейса поменялся на английский язык. И также аналогично, для того, чтобы с английского на русский перевести, заходим в Settings, выбираем Options. И в вкладке General выбираем язык, нажимаем ОК, перезагружаем программу. Это все.